Всех приветствую на своем канале, друзья. Мы продолжаем прохождение игры Far Cry 3. Это, наверное, по счету какая-нибудь 15-я серия, если я не ошибаюсь. И нам нужно, наверное, найти Сэма, который от нас прочесал вот оттуда вот сюда. Но это моя догадка. Сейчас мы ее будем проверять. Собственно, Сэм — это чувак. Да, вот он. Че, заперто? Ключики потерял? Чувак, которого нам порекомендовал Уиллис. Еще с того, с той части острова, с которой мы прилетели на эту вокруг часть острова. Меня одни бандиты. Это тяжело. Слушай, а ты сейчас чем занимаешься? Просто одурачит. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. Меня повысили в звании. Немец? Акцента. Садись. А теперь... Что за задание? Хочу убить Хойта. Шайза. Постой. Ты же Джейсон Броди, а? Это ты прикончил Васа? Да. Я. Почему ты сразу не сказал? Надо тебя спрятать. Ну, я скромничал. Хойт выпустит тебе кишки. Если найдет. Это будет непросто. Да. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта. А он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Ага, наколки теперь стали моими врагами. Кто-то задумал. Найн. Хотя я... Кофту с длинными рукавами. Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. А? Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного, забери у него все и избавься от трупа. А после этого свяжись со мной на этой частоте. На это этот на какой, чувак? Ты мне ничего не сказал, оборотень. Я. Буду оборотнем. Понятно. Входящий звонок от пениса Роджерса, давай. Ты попал на остров Хойта? Да. Ты почти дошел до конца пути. Цитра уверена, что ты станешь самым сильным воином племени. Все Татао будут твоими, если выживешь. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно, лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь Цитра... И путь важны. Я знаю, что делаю. Удачи. Сектанты херовые, цитры и путь важны. Я вообще не создаю себе кумеров, так что идите нахер, а? Куда мне идти? Туда идти. Машина за забором меня ждет, вижу по мини-карте. А, остров не обследован, и здесь такая же пижня сейчас начнется. Открывание вышек и зачистка аванпостов, как видно. И Мартышкин труд, куда ж без него-то? Господи, откуда ж ты тут взялся-то? Ты ж на этом острове, блядь, ты ж на этом острове был. Почему ты на этом-то оказался? Кстати, ни хера, ни мало тут надо, оказывается, делов-то наделать. Бензоколонка Херманса. Надо на своего превратиться сначала, да? А потом уже нападать на бензоколонки на всякие. Может быть, по дороге сможем зачистить, открыть радиовышку и, может быть, сразу откроем часть земли? Может быть, получится? Хотя, может быть, и такая ситуация, что я, собственно, пока не выполню задание, то, которое меня сейчас направляет, то никаких вспомогательных заданий и не дано будет завершить и закончить, или даже начать. Ну, в любом случае, вышку мы будем проезжать, поэтому я, наверное, на нее сейчас попытаюсь забраться. Вдруг получится. Заодно подготовимся к миссии «Мартышкин труд». Так, вот вижу там мостик, и мне по нему... Приходится вот так вот, окольными путями. А что делать? Дорог-то не сделали ни хера. Вот. Бля, опасно, можно свалиться. Можно проиграть. Так, на вышку. Хочу на вышку. Мне кажется, а что нет-то? Должна зачиститься-то. В смысле... Бля, кто-то меня засек. Это, наверное, очень херово. Не дадут залезть. Поросенок, уйди! Молодец, поросенок. Так, они за мной побегут или как? Блять, идут.
Ладно, лезу на вышку, хер с ними, не буду тянуть резину. Вот а как я умею, а? А я по твою сейчас пулю пущу, блядь. Говна ты, сраного кусок. А где вы, кстати? Я тут, конечно, как на ладони для них, я это понимаю, но я их не вижу, если честно. О как, даже без рук. Не цепляясь. Так, а здесь как? А, вот так, наверное. Да? Ну, не знаю, наверное. Блядь, не туда. Черт. Я... А, вот и без рук. Тихо, тихо. Так, так, шпигуют, шпигуют. Сейчас мы повыше залезем, оттуда снайперки начнем херачить по ним. Так, что-то мне не нравится, как тут все поворачивается. О, блядь. Ага. Оп. Все пока неплохо. Джейсон говорит, мы с тобой. Чуваки, под бок приехали. Ху-ху. Так, ну куль, так, так я вам помогу. Есть кому помогать? Так, тут кто-то бежит, по-моему. Свои, чужие. Блять, это свой, наверное. Нет, это нихера не свой. Ну, по маркеру же видно, что не свой. Так, где-то еще здесь вот. Да ты лучше сам выйди. Ладно, чувак. Я думаю, рано или поздно ты сдашься и выйдешь. А тут уж я тебя и прикончу. Во. Финальные стадии каждой башни. Лесенка вертикальная на два этажа вверх. Да. Вон и тросы, кстати, как раз то, что надо. Так, сначала обыщем. Опять покерная фишка. Вот ненужный предмет, по-моему, на мой взгляд. Молодец, отдирай. Включай, врубай. Расчехляй. Опять какую-то херню мне показали. В надежде на то, что я туда пойду. А это вот что? Тут-то что делать? Ну, ящик какой-то там лежит. Ну да, это правда. И дальше что? Так, 500 опыта дали. Вот это здорово. Потихонечку опыт растет. Я скоро вообще все поизучаю. Мне надо сюда. Это значит вот сюда. Да, вот сюда. Тут и все подсвечивается. Тут и тросик как раз нам приготовили. Все как полагается. Так, это дикие звери. Топиры, что ли? Или кто это? Не разглядел ни хера. Собственно, оно и нахер не надо. Слушайте, а что, под землей, что ли? Или там где-то пещера какая-то? Или это какой-то очень уж глубокий спуск вниз? Вот тут, по-моему, есть дорога. Я как-то краем глаза увидел. Тропка, так скажем. Никто не должен видеть меня, пока я не сменю форму. Стелс, блядь. Стелс, ёпта. Хочешь не хочешь, а надо по стелсу идти теперь, похоже. Ну что же, давайте. А то поднимут тревогу. Так. Прям как-то сразу очково, когда нельзя просто, чтобы тебя обнаружили, и это просто чревато провалом задания. Теперь уже совсем по-другому себя чувствуешь. Не то, что типа там сорви голова, достал пушку, до всех расстрелял. Не так не уже не прокатит, видимо. А кто меня же может тут увидеть, если тут никого ни хера нет вообще? Так, сейчас мы подкрадемся, как положено все будет. А в чем заключается стелс, если тут всего одно тело, походу? Нужно попросить приват. Это не так и трудно. Да, правильно говоришь, правильно. Боже мой! Да ёб твою мать, чему ты встал? Я даже сопротивляться не буду. Расстреливай меня, расстреливай, козлина. Как так-то? Ну чё же, я же на цыпочках прям тюк, легонечко так на землю приземлился. Я прям как пушиночка так это сделал. Почему ты меня увидел-то? Я не понял. Ладно, ну зато знаю, что здесь можно очень быстро... Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Нет, ну того-то придется убить. Или его вообще нельзя убивать, трогать даже вот нельзя. Так, ну давайте в полуприседе попробуем до тут дойти. Сейчас надо выяснить, можно ли этого на стуль-то убить. Благо-то мы рядом, если еще заново начнем. Так, вот за кустиками меня не должны видеть.
Блять, он вообще никак не подсвечивается. Блять, вообще никак не подсвечивается. Вы прикиньте, никак. Вообще никак. Как я должен тогда там вообще взять сундук этот, если там его нельзя убивать? Он же сидит, смотрит прямо на него. Вот так вот лицезреет. Еще ногой на него наступи. Чтобы я вообще туда подкрасться никак не мог. Достать ничего. Хрена себе, убивать нельзя. И че? С дуб что ли рухнули? Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Так, чуть не засек меня. Ну-ка, я сейчас сразу камень подальше туда. Может быть он... как-то по-особому сработает, побежит. Так, я бросил камень, да. Давай туда подальше. Что это такое? Нельзя прыгать в воронку. Большой риск. А-а-а, вот а как! Надо было его, кажется, отвлечь, а потом просто прокрасться. Охренеть можно. Вот это стелс пошел просто профессиональный, блин. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Да я уже это понял, чувак. Только как тут прокрасться-то, я не знаю. Ума не привожу. Бля, ребят, сложная миссия какая-то пошла вообще. Чувак, сними штаны. Ходи без них, блядь. Так, жопа у него спрела. Так, может здесь где-то обход есть? А, раскатал губень обход. Конечно же нет. Конечно же нет. Какой тут нафиг обход? Так, пока все идет вроде бы гладко. Да не то слово, просто шикарно идет. Так, мне сюда куда-то надо, вот, вот сюда. Так, 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 чувак, 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 тихо, 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 тихо. Он назад пойдет. Бля, если он сейчас повернется вот сюда, все, я труп. Я у меня сразу увидит. Может, с тебя одежду содрать, чуиха? Может, я за своих там приму, примут меня как-нибудь за своих, когда в твоих шортах пойду. Ой, блядь, сидит прямо здесь, нахуй. Песок с водой, песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Так, я могу сзади него прокрасться, наверное. Только надо делать это очень аккуратно, прям на сырвах, на сырвах. Так, 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 блядь. Рискованная хуйня, бля. О, вот это вот прям специально для меня, походу, сделали вот это вот. Ответвление такое. И с небольшим спуском. Так, подождите. А тут что? Так. А что, были раньше? Или на другом каком-то есть? Так, как бы мне тебя отвлечь-то? Давай тогда вот так вот. Главное, чтоб тот не встал. И такая херня, блядь, происходит, нахер. Ох, блядь. У меня жопа съеживается, когда я так делаю, блин. Если я начну сначала, у меня... А, контрольные точки должны, в принципе... И денежки заберем. Должны, в принципе, меня не до конца отбрасывать. Я должен появляться там, где я их проходил, я думаю. Так, вот его грохнуть, да? Нихера себе. Лодка какая-то поплыла, блядь. Слушай, а как я мимо тебя прокрадусь? Охереть можно, блядь. Убить я тебя не могу. Да-да, именно так. Блять! Блять, 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 блять! Давай. Я ничего не знаю, я не знать не хочу, отстань от меня. Стелс просто страшная херня, она вымораживает мозги и нервы. Я прям весь на нервах сижу, просто прохожу, как... на иголках, будто бы. Ты просто возьми и кого-нибудь пошли. Просто кого-нибудь пошли. Так, они расходятся. Так, у них еще есть какой-то маршрут патрулирования. Надо, наверное, за этим послеживать. Так, мне вот куда-то сюда. Я открою
дороже, чем мне платят. Я должен попасть внутрь. Ебать, там акваланг! Ну ни хрена себе, внутрь он должен попасть. Может, не надо? Ты глянь, что делается-то. Песок с водой, песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Вот так вот. И что ты думаешь об этом? Смотри в оба, новичок, и увидишь, как я завалю женщину вроде. Давай, давай, подходи, ребят, подходи, не стесняйся. Освежиться бы. Блять, этот перестал реагировать. На еще один камешек. Камень. Давай, иди, иди туда, иди, ну иди ты туда. Ну чё ты там встал-то? Прям вообще срать, походу. Этот вообще ни на что не поддается, блядь. Ему срать. Да выйди ты оттуда, говна ты кусок. Сейчас же ты меня запалишь, если я мимо тебя пойду. Да не, ну это нереал какой-то. Че, вот он смотрит и нихера. А если сюда? Ну ладно-то, ладно. Ты, блядь, все дальше и дальше туда запарываешься. Я не знаю, как тебя обмануть. Пипец, ребята, он не хочет выходить. Так, он уже снизу пришли уже. А этот стоит. Болваном просто. Пиздец, заклинил, козел. Да не, походу, все. Да что это такое? Что это? Да что это такое? Хуйня какая-то. Да ну нахер, ну что он там стоит-то? Придурок этот, блядь, вообще пиздец. Твари. Убить вас, сукины дети. Да это глюк реально был сейчас игровой. И может даже не то, что игровой глюк. Это какая-то тупость была сейчас конкретнейшая. Не было бы дождя. Кстати, чувак куда-то делся один. Так, ну кстати, нихера не мало опять проходить. Не так нехило откинули. Бля, я не знаю, почему он, короче, не шевелился, не двигался. Это очень хреново. Давай сразу. Не заходи туда только. Я должен попасть внутрь. И почему приходится стрельмой? Блять, да как вы меня увидели? Блять, вот это место, вот это вот хереть нахер. Жоподробящее какое-то место с выносом мозга и нервотрепкой, блять. Опять туда. Нет бы они хоть там меня сразу закидывали и все. Может мне сразу туда кинуться, в воду, в омут с головой. А с лодки чуваки меня и не видят нихера. Ну, благо, тут просто проползаешь и практически сразу оказываешься на том месте, где я закончил. Это хорошо хоть так. Ну, правда, ползти тоже приходится немало. Так, я понял, я сразу прыгаю и под мост. И под мост. И под мост, говорю! Ёб твою мать, ты чё, дурак? Смотри, что он делает. Блять, сука, сука! Ой, блять, мудила! Это пиздец! Что с ним произошло? Висит, как дурачок, руками мотает, как кальмар сраный, блять. Ну что это? Эх, блять, глюкавая херня вообще, это же ужас вообще раз какой-то. Ай, блять. Может, неправильно что-то делаю, может, каким-то другим путем надо идти. Но я не вижу другого пути. Там только под мост, потому что везде таращатся эти ублюдки. Ладно. Сейчас соберемся, разберемся. Обязательно разберемся. Куда мы денемся нафиг? Мы однозначно решим этот вопрос. Я должен попасть внутрь. Срань, господи! Вот хрень! Какого? Ху! Я, блядь. Так, ребята, я, похоже, ничего-то не то делаю. Нельзя спрыгивать, походу, вообще.
Надо, может быть, плавно спускаться. Ну, блядь, ну это пиздец. Это такая тупость вообще в этой игре. Я охереваю вообще. Вот этот стелс. Надо догадаться, как они... Точнее, даже это не догадки. Это просто испытываешь. Раз за разом испытываешь разные варианты, как правильнее прыгнуть. Куда прыгнуть, куда пойти, где они не увидят, где увидят. Блядь, чисто случайная херня просто практически. Я понимаю, что они там, блядь, имеют какой-то угол обзора, поворачивают там взгляд на тебя. Но все равно пиздец, короче. Эй, я должен попасть внутрь. Какого? Ну и чё, бля? Ну чё, бля? Ой, блядь, епа-мать, чё за хрень-то происходит вообще? Попасть он внутрь должен. Ладно, быстро камень кидаем после того, как кинем этим двум камень. Сразу быстро новый камень кидаем для этого толстожопого. И спускаемся вниз. Ну, надо понять, куда идти. И да, и осмотреться. Кстати, там, наверное, специальное окно же для меня сделано, чтобы я посмотрел, как говорится, озирался, посмотрел, выяснил, как правильно и проще пройти. И после этого свою узкую задницу направил в тот проем, в который он влезет. Она влезет. Я откуда знаю, блядь, чувак? Блядь, я хуй его знает, как тут спускаться. Они прям стоят тут и все смотрят нахуй. Я хуею, блядь. Ой, ебаный пиздец, блядь. У меня аж, блядь, сука, все зачесалось. Так. Так. Собрали волю в кулак. Я не психую. Я не психую, блядь. Так. Все будет хорошо, я уверен. Сейчас вот вообще все четко получится. Сейчас вот прям вот четко, прям как надо. Все просто, я не знаю. Блядь, разработчики охуеют от того, какое я, блядь, сейчас придумаю чудо, и я пройду мимо всех них. Вот прям вот охуеют они от этого. Я должен попасть внутрь. Твою, сука-то, мать, блядь! Ну почему вас расстрелять нельзя и переодеться всех, да почистую, блядь, просто перехерачить вот, чтобы свидетелей не оставил. Все. И все закончено. Который раз я уже здесь начинаю в этом выблицком месте. Пипец просто. Слов нету. Охереть можно просто, вымораживающее место. Дерьмо такое вообще. И главное, догадывайся, куда бежать. Вылезаешь и догадывайся. Вот типа, вот тебе вот, блядь, вот. Посмотри, короче, как правильнее пробежать. Ёбаный пиздец, какая интересная хуйня, блядь, а? Я должен попасть внутрь. Да нихуя, блядь! Ёб твою тишу, сука! Это пиздец, блядь, откуда ты взялся-то, тварь ты сраная, с грилем, блядь? Я-то думал, я там сохранюсь, выхожу, а там вот тебя, Настя, здрасте, Мефистофель, ее собственный персон. Какого хера? Да пиздец просто, ребят, ну ёпта. Ну это просто пиздец, я сейчас тут усрусь вообще в этом месте. И главное, начинаешь ты опять с хер знает откуда. И каждый раз вот эту дорогу проделываешь. Ну это же ужас какой-то. Слов нету. Бесишь уже меня, блядь, сука, игра. Так, а если чё? А если камни кидать отсюда прям? Б, блядь. Это как, блядь? Я чё-то нихера не понимаю, чё тут дальше-то делать? Так, ну похоже, это полная лажа какая-то, ребят. Я сейчас, наверное, брошу запись.
и восстановлю, когда включу ее, когда это пройду. Ну давайте еще одну попыточку, если у меня ни хера не получится. Я вообще на маркер не смотрел. Может быть, маркер куда-то в другое место показывает? Ну потому что это, блядь, полное дерьмище. Мне вообще не нравится это место. Совсем не нравится. Для задротов каких-то, видимо, сделанное. Ну, блядь, я не такой. Я даже не учусь на него. Так, ну ладно, вот доходим до сюда. Куда нам маркер дальше показывает? Я должен попасть внутрь. Вот туда. А туда попасть невозможно. Еще 3 недельки и домой. И убивать их нельзя, главное. Вот что самое интересное, убивать их тоже нельзя. Они, сука, неприкасаемые, блядь. А! Етишкин-Кулатишкин, может здесь как-то пройти можно? А, наверное, и можно, блядь. Ё-моё, вот тупик-то! Сколько времени я срал. Ладно. Так, ну это меняет дело. Это не так трудно. Это, ребят, меняет дело. Я, наверное, погорячился. Я просто тупил и не туда шел постоянно. Твою же мать! Блять, как ты меня увидел-то, сукин ты сын? Ладно, ребят, прекращаю это мозготравство, блять, потому что... Ну, нет смысла в это задрочил показывать. Так, ребят, в общем, я это задрочерное место прошел. И прошел с большим трудом. Оказалось, этот дурачок, который стоит вот здесь вот на выступе над водой, он патрулирует. И надо было дождаться, когда он пойдет в патруль и, собственно, уйдет с того места, потому что пока он там стоит, никакой возможности пройти там, по-моему, нет. Я занырнул под воду, меня чуть-чуть не заметили, индикатор практически уже до конца дошел. Ну вот, вот я все-таки успел. Так, секундочку, секундочку. Я стою дороже, чем здесь платят. Да, вот так вот сделаем. Чтобы, понимаешь, не проеб... Ну, вы поняли, не просрать тот момент, когда надо серию заканчивать. Так, ну понятно, дальше-то все ясно. Дальше мы на лесенку, дальше мы находим форму или кого-то. А, блядь, нам еще здесь надо красться. Здесь, походу, не все еще. Так, ну здесь, я думаю, будет проще. Хотя нет, совершенно не факт. Хоть платят стабильно. Так, вроде отвернулся. Их они тупые, безмозглые. Как здорово, а. Хорошо, хоть именно такие. А что случилось? Слушайте, он же... Вот этот чел, его и надо было грохнуть. Он же был, по-моему, и основной точкой. Так, ну ладно. Сейчас, я понял. Исправимся. Не, ну место, конечно, очень сложное, и мне оно дичайшим образом не понравилось в этой игре. Именно такие вещи я не очень-то люблю в играх, когда, ну, от такого задрочего зависит, в общем-то, результативность наших миссий. Его надо убить, да? Давай. А тело спрятать. Собственно, все. Кто-то плеснулся в воду, и это, похоже, тело. Ага, ну вот видишь, длинная рукавка, и все, и тату не видно. Сэм Беккер. Сэм, я готов. По документам парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. А, вот как. Ну ладно, так, Escape. Теперь вы носите форму наемника. Наемники не станут нападать на вас, если их не провоцировать. Прекрасно, влились в толпу, в доверие. Пойдемте. Так, пушку свою я, надеюсь, тут не оставил. Ну чё, я свой теперь, все, Фостер. Так, Хойт хочет лично проверить пополнение. Всем построиться в шеренгу. Нифига себе. Змеиное логово. Давай, иди, следующий. Все. Давай, давай, проходи. Ты все? Все, дальше. Ты чист, Фостер. А? Хочешь, Руби,
бабла. А нахрена я тогда приехал? Местный заправила вас, недавно приставился. Его империя осталась без присмотра. Его парни пользуются моментом, а мы почему нет? Как же Хой? У Хой-то полно своих проблем. Ему не до этого. А еда может протухнуть, если ее не съесть, верно? Прям в точку. Ладно, иди послушай речь. Эй, проболтаешься о нашем разговоре. Считай, ты труп. Ах вы, шурики, блять, заговоры строите. Как поживаешь? Нормально. Так, я прям в центр, ну давай, хер ли нет-то. Мы же всегда так любим. Прям по центру. Сейчас ходит, будет речь толкать, выйдет, да? Точно? Мои румяные новобранцы. Врать не буду. Мы все здесь ради бабла. Но просыпаясь утром, я думаю, счастливы ли мои люди? Ах ты, сукара. Мой отец, земля ему пухом, был шахтером. Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного... чудесного человека... Бля, ты смотри, что делаешь. Компания была богом. Я сохранил это отношение к моему скромному бизнесу. Нормальную постель. И я ожидаю от вас того же. Итак, в компании есть три главных правила. Первое. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Второе. Убивать любого туземца. И, наконец, всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю. Но если вы нарушите одно из этих правил... Ни хрена себе, там человек сидит, только что заметил. Пиздец. Ладно, хватит болтать. Местные хотят уничтожить труд моей жизни, мою гордость и отраду. Покажем им, что такое бизнес. Да, совсем забыл. 3 месяца. Личный остров. За голову Джейсона Броди. Как ты знал, что я рядом? Вот так вот, чувак, обманули тебя. И я счастлив. Может, мне прям начать сразу им бошки сносить? Если у меня куча пушек, то я запросто. Чего бы нет-то? И никаких стелсов не нужно. Так, надо определиться. А чё, сразу хочу пробежаться, чё там-то? Чё-нибудь лежит? О, пленники, понятно, работорговля процветает. Тут уже скопытившийся. Угу, денежки берем. Бесприхозные возьмем. И никто нам слова не должен сказать. Валяется, значит, никому не надо. Ни хрена себе тут. Нехилые такие коридорчики. О, музончик зверски пошел. Ох, еще и броник нашел. Прекрасно. Ну, чувствую себя прям на все 100. Не лет, а процентов только. Не подумайте. Так, здесь надо, пожалуй, бежать по заданию и нехер особо тянуть. Ничего мы все равно полезного шибко-то не найдем. Так, здесь я типа должен был прокрадываться. И, слава богу, эта херня закончилась. Теперь можно, собственно, не особо прятаться. Ну, как говорится, пока не провоцируешь. Чёртовы букашки. В скафандре завелись. Блохастый ты хер. Да, вот это место просто пиздец меня выморозило. Слов нету. А вот ты, гнида. Когда я сюда побежал прятаться, оказался, короче, в этом месте и просто меня спалил. Так, я здесь пробегал, да. Только что выбежал. Где ты ящик видел? Вот он. И вот так вот, вот так вот, вот так. А вот теперь похеру, смотри на меня, смотри. Слава богу, слава яйца. Господи, прошел я это стрёмное место. Ой, много нервов мне это стоило. Так, и куда нам направляться?
Ну, явно из пещеры. Капельки какие-то. Хотя я вроде в пещере. Чё копыт-то? Конденсат, что ли, сверху стекает на меня? Так, выплываем из пещеры и чё? Следующее задание. Ну, отлично. Сэм, я выпрыгнулся. Теперь ты можешь затеряться среди наемников. Но они не должны засечь тебя за чем-нибудь подозрительным. Вроде убийства, поджога или чего-то в этом роде. А даже если... Их, Джейсон. Один из людей Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю, убить их, чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит, я? Я наблюдал за предателями изнутри. Ими руководят три капитана. У одного из них должен быть список, в котором все члены банды. Убей их, забери список, и я шепну Хойту, что ты отличный солдат. Где их база? В старом храме. Я дам тебе координаты. Ну все. Снабдились заданием, теперь проводим диверсии внутри, в тылу. И завоевываем доверие еще и Хойта. Собственно, мне этого не особо хотелось. Я бы проще бы всех перестрелял, честно говоря, в этой игре. На легком-то уровне сложности. Чего бы нет-то, да? Да легко бы я это сделал. Не вопрос, мне кажется, не остановили бы. А теперь надо ванпасты захватывать. Вот что я думаю. Потому что телепортироваться без них будет проблематично. Кстати, эх ты, как далеко... Так, ну давайте сейчас для начала вот сюда сбегаем. Захвачу я этот ванпост. Да, и причем неизвестно... во, лагерь Эхо. Давайте сюда. Да я там только что был, ёппа-мать. Это же и есть лагерь Эхо. Это же пещера. Нет? Или нет? Не, на улицу. Ой, как здорово, ой, как хорошо. Ой, как прекрасно. Я думал, сейчас опять пилить, пиздовать. Ух, не нормально все. Живем. Так, лагерь Эхо. Во, нам сюда. Посмотрим. Так, давайте сохранимся на всякий случай. Дело полезное и нужное. Давайте посмотрим, как на самом деле отбивать сейчас аванпосты. И можно ли это делать вот в моем амбундировании, пока я вот в этой форме, переодетый в человека Хойта. Сейчас могу, наверное, зайти запросто и просто рядом с ними постоять, пофотографироваться, а потом пристрелить их. Или из-под тишка всех перерезать. Они же меня не знают. Они же думают, что я свой. А, вот так вот я свой, да? Вот так вот я свой, значит. Ну вы молодцы, ребятки, я вам скажу. Да ну нахер, я-то думал, а тут нельзя так. Давай уже, застрелись нахер. Так, что-то меня вообще лихо атакует. Да сейчас еще будет подмога. Не, ребят, тут посерьезнее будут, знаете ли. С ними как-то посложнее. И подошли, похоже, с севера. Суки, выполнили сволочи свое обещание. Да ты достал меня! Ты посмотри, что делается, а? Ты еще живой! Это вообще невероятно! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! А ты думаешь, так просто, что ли, в сказку попал? Сейчас я вас всех перехерачу. Аж загнул бедолагу, блядь, просто пополам согнулся. Вот так вот нахер. Ну, кто еще? А эти дурачки-то огнеметчики, они же вообще не могут вдалеке-то лупить никак. Не, ну у других-то получается, понятное дело. Так, слушай, подожди, это не дела вообще. Тогда вот вам. Будь! Так, нет. Да как-то не больно-то? Это как так-то? Может быть? Да нет, что-то жгут вообще по-страшному, почем зря. Шашлык из меня сделать собираются. Ну-ка. Кого-нибудь задел хоть?
сейчас сожгут. Ничего не вижу. Ну я вообще не сгораемый такой, знаете ли. Лихо держусь. Да ты чё, правда что ли? Как так получается? Ты посмотри, не горю, блин. Молоток. Так, все, убил я этого. Все огнеметчики полегли. Я, говорит, круче танка. Не, чувак. Не, вообще-то, может, ты круче танка, но я по-любому круче тебя. Да, блядь, да что ж такое? Откуда ты появился? Ты засранец. Да тушись давай. Да тушись, говорю. Нихера не хочет слушать команды. Так, ребят, короче, дело сразу не сдалось. Я чувствую, надо заново. Это невероятная жопа какая-то происходит. Почему тяжеловесы не убиваются? Так, меня просто окружили. Пиздец, я не знаю. До конца, что ли, стоять? Да если бы еще попадать. Вообще бы цены мне не было. Ну это жесть. Отбиваемся до последнего. Ни хрена не сдаемся. Отбиваемся. Не, врешь, не возьмешь. Я не сдамся так просто. Опять вы, блядь, говнюки гондурасовские. На. Какой обыскать? Ты дурак. Че он делает, а? Твою мать. Бомбу поставил, и этот говнодав как раз подошел ко мне в этот момент. Ну, естественно, я взорвался, конечно. А что со мной еще могло случиться в этот момент? Ой, блядь, не взял я. Не, теперь дело принципа. Я его сейчас просто вырежу, блядь. Вырежу нахер. Так, ну, конечно, может быть, здесь есть смысл незаметно прокрадываться, потому что все-таки на самом деле... В лоб-то уже эти аванпосты так просто не возьмешь. О, ё-моё. Извиняюсь. Кашель даже. А вообще срать. Они все равно меня не видят. Пока они меня не заметят полностью, они тревогу не должны поднять. Но вообще неплохо бы ее выключить сразу. Ох ты, уебал так уебал. Какого хера тревога включилась? Я сломал ее. Ты пиздец, ну это ну вообще уже, ну... Ну как так-то, ну? Игра, ты что, вымразить мне нервы решила, что ли? Вот вам, блядь. Да конечно, ты вот сейчас как рванешь там на мини, как пузяку тут твою разорвет нафиг. Пердольник весь в говне будет, блин. Лишь бы меня не зацепило, вот что я думаю. Блять, сука. Наставил мин, сам же и рванулся на них. Ну короче, сработал-то она, понятно, что на враге, а рванул-то и меня вместе с ним. Ну и, блядь, да пиздец, слушай, чё-то я, блядь, аванпост не могу какой-то взять, вообще беда, блин. Лёгкий, блядь, уровень сложности, а он точно лёгкий? Погодите, это чё-то мне сдаётся, что ни хрена может быть нелёгким. А где смотреть-то, и? Ну, настройки, наверное. Игровой процесс, да? Да хрен его знает, ладно, играем как играем. Уже поздняк метаться. Не, ну что-то сложно, ребят, началось. Мне, знаете... Да пошли вы, ну как так-то? Ну что это такое? Ну что, блядь? Выключил я сигнализацию. Все, теперь можно вас просто переубивать всех. Эх и придурок ты, блядь! Главный герой просто выродок, вообще конкретнейший. Он, блядь, вместо того, чтобы потушиться заранее, начал это делать, когда к противнику подбежал. Хотя я жал кнопку, жал я ее, давил как мог. Давил, но не давилось, понимаете? Давил, но не давилось. Вот так вот бывает. Сучары. Да иди ты нахер.
втыкай в себя, блядь, наркотик, чтобы не чувствовать боль. Там, походу, кишки кто-то разбросал. Так, ясненько. На, бля, гранатку лови. Вот сейчас как рванешь, нахер. Как кого-то подбросило. Так, тут все горит, что-то все плохо как-то. Так, ладно, перегруппировываемся. Я хер знает, как я это сделал. Чисто на пердячем пару случайно. Так, ничего не вижу, ничего не слышу. Втыкаем в себя иголочку. Так, 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 так. Что творится? Что творится, блядь? Война. Война, война полноценная. Просто зверская. Так. Ладно, перегруппировались. Легкая пушечка здесь что-то как-то вообще не котируется. Горит там все конкретно просто синим пламенем. Нет, красным, но тоже горит. Так, я сейчас тебя тем же самым, по тому же самому месту попробую. Или вы, блядь, вообще похеру на огонь? Не, походу им похеру на огонь. Ну, вообще-то следовало ожидать, они какие-то облаченные. А вот так вот граната. Помрите, твари, зашипели. А вы еще взорветесь, что ли? Я, бля, что они творят? С огнеметчиками вообще проблема. Так, все, я сейчас, кажется, скопычу снова. Нет, не снова. 50 за чувака. Наспегую свинцом, сукин ты сын. Ой, блядь, как тяжко-то, блядь, тут. Как же тяжко-то стало. Ой-ой-ой. Не, что-то вообще нереал какой-то с ними. Вообще жесть, ребята, ну просто жесть. Это очень тяжело. Может быть, игра стала на какой-то средний уровень сложности. Почему так тяжело-то? Так, может быть, и стоит поменять оружие, кстати. Да, блядь, да что ж ты делаешь-то? Ой, блядь. Ёлки, твою мать, какой же ты нелепый чудик, блин. Так, во, отлично, давай. 500 опыта, вот так вот. А? Кто молодец? Ну, не будем отвечать на этот столь тривиально банальный вопрос. Так, обыскать надо? Или не стоит? Да, можно. Не, ну реально, напрягли скоты. Просто жесть. Надо что-то посерьезнее брать. Тут уже невозможно стало. Просто так с винтарем бегать. Вот. Ну так, на всякий случай. А, сейчас опять всех распугаю. Ну и в задницу. Нельзя этого допускать. О, наши подошли. Ну, наконец-то. На этих форпостах, надеюсь, вы не разбежитесь. Будете находиться здесь и охранять. Я очень надеюсь на это. Все, я больше не луплю, короче, по мирным. Давайте зайдем, посмотрим. Может быть, там опять ноутбук какой-то подобрать надо. Да, надо. Вот он. Ага, аптечка, которую я спускаю только так, на раз-два. Все, обыскали все. Здесь что у нас? На продажу. Все к чертям собачьим на продажу. Во как! Забил бумажник до усеру. Все прекрасно. Так, навыки. Навыки есть какие? Надо изучать, что нет-то. Двойное убийство сверху. Нажмите пробел, чтобы сверху прыгнуть на двух врагов и убить их. Кстати, давайте изучать, потому что я смотрю, аванпосты захватываются с огромным трудом. Возможно, придется ножом направо-налево херачить. Ножом тут убивает хотя бы с первого раза. Просто берет и убивает. А ружье, сами понимаете, ну, винтарь, оказывается, слаб же ножа, кто же мог подумать-то? Я вот не мог. Ну, вот такова ситуация. Чуваки свои, ой, слава тебе, как я вас давно не видел, я по вам соскучился, ей-богу. Ну, слава богу, что вы здесь теперь со мной, я не умру один, а вместе с вами. Ну что ж, предлагаю, ребят, на этом серию завершить. Это все я. Опять. И тут такие же гордые, а? Такие же наглые. Да, и все заслуги себе приписывают. Предлагаю на этом серию завершить и продолжить уже в следующей серии. До встречи, удачи, пока, увидимся и счастливо.